Всем привет! Дядь Юра дает прогноз на матч 23-го тура Ла Лиги Вильяреал-Бетис. Встречаются 5-я и 8-я команды текущего сезона. Очные матчи. В последних 10 очных матчах команды 6 раз играли на обе забьют «да» и поровну на тотал меньше-больше. Вильяреал выиграл 4 последние домашние очные матчи у Бетиса. Последние 3 очных матча на поле Вильяреала были на обе забьют «да» и тотал больше. Статистика команд. Вильяреал в последних 10 матчах имеет 7 побед, 3 ничьих, 0 поражений. Бетис в последних 10 матчах имеет 5 побед, 4 ничьих, 1 поражение. Вильяреал не проигрывает в последних 10 матчах и последние 3 отыграл в ничью. Бетис не проигрывает в последних 4 выездах. Как видим, в последнее время Вильяреал играет нейтрально в плане результативности, Бетис чуть чаще играет низовые матчи. В предыдущем туре Вильяреал сыграл 2-2 с Эльче, упустив победу со счета 2-0. Гости должны были в первом тайме снимать все вопросы о победителе матча, но из многочисленных своих моментов реализовали только 2. Этого оказалось мало для победы. В тайме втором хозяевам удались 2 дальних удара, благодаря которым Эльче спас ничью. Бетис проиграл Барселоне 2-3. Команды провели очередной очень результативный матч, главное событие которого пришлось на его концовку. Барселона горела, но гений Месси в очередной раз спас каталонцев. Сначала Лео сравнял счет, а потом уже удача была на стороне команды Кумана. Второй мяч был забит в результате рикошета, потом Терштеген потащил несколько сложных ударов, когда счет стал 2-2. И все решил чудо-удар Тринкана на 87-й минуте матча. В матче первого круга была ничья 1-1. Бетис в последних 3 своих выездах не забивал менее 2 мячей. Вильяреал в Ла Лиге отыграл последние 4 своих матча в ничью. Совсем недавно у подводников была уже такая ничейная серия из 4 матчей. Вильяреал 12 из 22 сыгранных матчей в этом сезоне отыграл в ничью. Зато у Бетиса всего 3 ничьих. Как говорится, встречаются 2 противоположности. Одна из самых миролюбивых и одна из самых бескомпромиссных команд. В последние годы команды в очных матчах играют очень результативно. При этом всегда побеждают хозяева. Исключение составляют 2 последние игры, которые прошли на Бенито Вильямарин. Закончились на тотал меньше они, и Бетис в них не побеждал. Сейчас силы команд примерно равны. Бетис находится на подъеме. Вильяреал играет примерно на одном и том же уровне. Почти ничего не проигрывает, но и мало выигрывает. В такой ситуации очередная ничья напрашивается как бы сама собой. И учитывая текущую форму команд, матч должен бы получиться забивным. У Вильяреала будут 2 игры с Зальцбургом в Лиге Европы. Но тут, скорее всего, Эмери, наверное, отдаст предпочтение внутреннему чемпионату с прицелом на зону Лиги Чемпиона на следующий сезон. В Лиге Европы уже как получится. Бетис уже много назабивал в последних выездах. Вильяреал последние 4 домашние матча отыграл на обе забьют «да». С учетом атакующего потенциала обеих команд, соперники должны бы хотя бы по разу забить друг другу. Ну а дальше уже как карта ляжет. Из связки ставок «тотал меньше-больше» обе забьют «да» ничья, самый высокий коэффициент стоит на ничью – 3.74. На «тотал меньше» 1.96, на «тотал больше» 1.94 ставки примерно одинакового. На обе забьют «да» 1.79. Ставка на ничью очень заманчива, но тут надо учитывать, что, во-первых, 5-я к ряду ничья для подводников будет, наверное, перебором, как-никак. Во-вторых, в очных матчах очень редко команды играют в ничью, а предыдущая игра была уже ничейной. Поэтому, с одной стороны, вроде бы как и ничья и должна быть, а с другой стороны, вроде как ее и не должно быть. Лишь однажды команды играли серию из 3 ничьих подряд. В остальных случаях после ничьи шла победа одной из команд. Наиболее реальной ставкой на этот матч смотрится вариант с обе забьют «да». Этот вариант имеет относительно неплохой коэффициент 1.79, поэтому его можно взять, наверное, за основу на этот матч. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизм и удачи. Будьте здоровы.